Только что, вот буквально только что я весь еще нахожусь вне себя, закончился хоккейный матч, встреча сборной России и сборной США. Я считаю, что наши показали себя отлично, давлели над американцами, но проиграли 3-2 по гулитам. Было дополнительное время после 3 периодов, потом гулиты, но мы проиграли. Очень спорно момент заключается в том, что нашей сборной не засчитали одну шайбу. Так мы выиграли в основное время 3-2, но ее не засчитали. То ли она попала в перекладину, то ли попала в ворота, но нас засудили. Опять эти американцы, они сначала пытались у нас все раскачать на Болотной, Госдеп там и так далее и тому подобное. Сейчас шайбу не засчитали. Не засчитал, потому что вроде бы судья был американский. И вот это все произошла заваруха. Ну что я отметил, после того, как мы проиграли, Владимир Владимирович, который присутствовал с Дмитрием Анатольевичем Медведевым на трибунах, Владимира Владимировича после проигрыша нашей команды не показали, к сожалению. Я не мог посмотреть, как к этому отнесся наш национальный лидер. Но я вам честно говорю, матч был прямо, мы давили, но удача улыбается подготовленному. Американцы выиграли 3-2, были они сегодня сильнейшие. Но, к сожалению, то, что я предсказывал в предыдущем видео у меня относительно данной встречи, мои предсказания, как у Ванги, оказались очень, ну, сбылись, к сожалению. Потому что я это еще почувствовал, когда мы встретились и играли первую встречу с командой Словении. Я чувствовал, что наша сборная идет на талого, по тоненькому льду. И вот сегодня тоненький лед, он вот треснул. И там ждали нас американцы под этим льдом. 3-2 они выиграли. Ой, вообще, я посидел, честно сказать, я посидел, наверное, до конца своих корней волос. Но вот то, что окончилось по гулитам 3-2, конечно, еще очень много обсуждать будут. Засчитали нам гол неправильно, а должны были засчитать в основное время, которое забили мы. И мы бы выиграли тогда, но вот не засчитали. Отлично себя показал Дацук. Я считаю, что Дацук вообще сегодня имеет право выпить и хорошо погулять, погудеть, назовите как угодно, потому что вот он показал, он забил 3 гола. Но, как говорится, не подвезло, не фартануло, а он к успеху шел. Но неизвестно, как сложилось бы, если бы до копыта во рту росли бобы, но вот не засчитали нам эту шайбу третью, а так было бы 3-2. Ну вот американцы выиграли, конечно, я вообще не понимаю, как это можно вытерпеть, вот этот проигрыш. К сожалению, не повезло. Не повезло нам сегодня, но будем надеяться на лучшее.